счастье, что не надо в школу. В конце лета я планирую впервые в жизни пойти в Зайцу. I'm going to be completely honest. I think at times it's very valid, the amount of anger and hate that avoidant attachers get for their behavior. Then I think we would be talking about it more frequently, which we're not. Frankly, a lot of the discussion... Я так устала сегодня, я решила поесть холодца, чтобы набраться сил и приготовить себе мясо. Я превратилась в старуху. Мне нравится холодец. И легко жуется. Вкуснятина. Десерт. А что дальше? Я начну мыть пакетики. Thank you.
akşam makarna yedim. Dün İstanbul'da kar yağdı. Yani одну букву ошиблась. Я хочу вам кое-что показать. Меня замучило быть жертвой собственного мозга, собственного дофамина. Поэтому в ванной у меня теперь вот так. Я закрыла зеркало полностью. И поменяла зубной уход. Во-первых, у нас теперь хорошие пасты. Вот такие вот. Мягкая, супер мягкая зубная щетка. Но мне не нравятся такие щетки, потому что они не просыхают. Я чищу зубы 3 раза в день, и она вот влажная весь день. Разве это гигиенично? Монопучок, двойной скребок для языка. И это еще не все. Все очень серьезно, ребята. Ополаскиватель. И если я чувствую себя совсем экстра, то кокосовое масло. Видно, что в ванной тепло, оно растаяло. Для полосканий. Честно говоря, из всего этого больше всего мне нравится полоскать рот кокосовым маслом внезапно, на ночь. Это такое вкусное кокосовое баунти послевкусие, как десерт, короче. Ну и как будто бы это полезно для зубов, я не знаю, насколько это правда. Сейчас у меня температура 10 часов. Короче, на самом деле я с 9 часов в постели, я очень уставшая, не могу бороться. Мне нужно будет завтра утром встать в 9 утра, сдать анализы, снять рекламу, смонтировать рекламу и отправить желательно до 11 утра. Потом мне нужно будет нарисовать где-то 24 эскиза. 24 эскиза за один день. Это будет тяжелый день. Чтобы послезавтра смочь уехать Москву. В четверг вечером я вернусь. Мне опять нужно будет поработать. Хочу записаться к врачу на пятницу. Нужно тоже этим завтра заняться. Записаться. Ладно, увидимся завтра утром. Хочу сходить на анализы. Потрачу там 1015, наверное. Блин, придется в мою лабораторию на такси ехать, потому что мне там скидка 10%, а не в ту, которая рядом с домом идти. Блять. Ладно. Я уверена, что никому не интересно слушать все эти проблемы про здоровье, но это то, что действительно меня сейчас волнует, то, что я действительно считаю сейчас самым важным. Я так долго забивала на себя, я так долго вообще в хуй себя не ставила. Вот. Ладно. До завтра. Пока. Спокойной ночи. Чудовищное утро. Проснулась первый раз в 6 утра. Вроде выспалась, обрадовалась, думаю, как же хорошо, чудесно прошла ночь. Уснула, просыпаюсь снова, через 2 часа просто в луже, блядь, пота. Неприятно. Бывало такое редко у меня, и только когда гормональный дисбаланс был какой-то лютый. Как же забавно, что сейчас мы едем сдавать анализы, правда, там ничего не будет видно, конечно, потому что я проверяю совершенно не то, что, скорее всего, не в порядке. А потом сяду работать и выпаду, потому что я буду делать рекламу. К съемочкам смогу вернуться уже только после обеда, сильно после обеда, когда закончу с основными делами.
Ладно, погнали, какой тяжелый день. Ну... Я все. Время 10:54. Я вышла из дома 10. Ну, час меня обязательно. Довольно сильная усталость присутствует. Что-то как будто меня отпиздили ночью. Купила себе сырочек в пятерочке. Такси в августе 150 рублей. 150 рублей. Так живет улица. По какому принципу бесплатные жизни бесконечные выдаются в Дуолинго? Я не понимаю. Я не знаю. Откуда знает treatment, emergency, жизнь, хаят, surgery, амилиат? Откуда я знаю эти слова? Салит, миллион, номер, полосарай, хиверс, геш, гербер. Блять, руф — это чаты. Это была худшая вещь, вот эти вот притяжательные какие-то изофеты. Так это называется? Я не знаю, как это называется, короче. Бабанын оулунун чантасы. Короче, окончания, которые показывают принадлежность кому-то. Типа, сумка сына отца и так далее. Я никогда не могла на уроках турецкого с этим разобраться. И... Я через написала случайно. И Duolingo дал мне эту возможность продрочить вот эту часть с притяжательными кусочками. Не знаю, все-таки избавлю Эду. Не знаю, to stay calm, my application. Не знаю, софа, это КНП. Генилекси. Блять, adult. Я не знаю. To have. И я обосрала брюки, в которых хотела завтра поехать в Москву. Еще мягче можно, а налогов. Прям супер мягкий. Чудовищно тяжело идет. Я нарисовала только 8 маленьких деталей. А нужно в общей сложности 24, 27 изображений, 12 из которых крупных и 3 из которых очень крупных. Я думала, что я быстрее сделаю эскизы. Так, сейчас будет нытьё. Кого раздражает мое нытьё, пожалуйста, не смотрите этот сегмент. 2 дня я пытаюсь снимать влог,
и 2 дня не вздохнуть, не пёрнуть. Я ничего не успеваю, у меня нет времени на меня. Все свободное время, которое у меня есть, которое не занято работой и делами, какое-то честное слово, абсолютно ненужной вознёй, занято другой ненужной вознёй, например, приготовлением еды, уборкой, какими-то, типа, блядь. Обычно я сама хожу за продуктами, вот такими, короче, вещами. Вот постель менять мне тяжело. Так вот, у меня, в общем, суть мандежа в том, что у меня очень мало времени сейчас, и я очень много работаю, потому что я хочу заработать все деньги мира, потому что мне кажется, что потом у меня не будет возможности заработать вообще нисколько. Вот поэтому я очень тороплюсь зарабатывать эти деньги и стараюсь делать свою работу хорошо. И загруженность очень высокая. Я буквально, ну буквально вот, вот сегодня я встала в 9 утра, первый раз в 6, потом в 9, с какой-то сыпью, блядь, в лужу собственного пота. Такой болезненный, патологический, проливной пот ночной, мерзкий, как будто бы я, не знаю, женщина, которая входит в климакс. Посвятила себе утро в том плане, что я съездила сделать анализы, потом я села снимать, монтировать, хотела закончить к 3, закончила к 4. А после этого снова нужно было работать, делать скетчи. Оказывается, у меня была не закрыта самозанятость, но меня наругали за то, что я на 2 режимах налогообложения одновременно, хотя я не пользуюсь НПД с 2021 года, когда превысила лимит заработка в год. Я рисовала эти скетчи, времени 9 часов вечера. Естественно, я очень устала, потому что уже 12 часов бодрствую, у меня уже вечер. И я вся чешусь, не знаю почему. Возможно, это из-за этой сыпи. Возможно, из-за этого я потею, из-за того, что чешусь. Возможно, меня кто-то атакует. Что я пила 2 курса антибиотиков, возможно, это как-то ударило по моему иммунитету. А я чувствую себя убого, и завтра мне снова надо рано встать и сесть в электричку и поехать, если я хочу хотя бы раз, не знаю, пару раз в месяц встречаться со своими друзьями. У меня просто нет другого времени, кроме как сделать это завтра и послезавтра, и так пришлось приносить терапию. На другой день, короче, как-то все жестко менеджерить надо, потом день рождения мамы. Сейчас будет, и мне нужно... организовать себе подарок. Сори. День рождения мамы для меня персонально очень чувствительная дата. Особенно в этом году. Я хотела приехать в Обнинск и жестко отдыхать, и жестко ничего не делать, и кайфовать. И какой-то там типа месяц или полтора у меня действительно получилось организовать себе супер маленькую занятость, а потом как-то все как с горы покатилось. У меня сейчас сил хватит только помыться и усы себе выдрать. И все, я лягу спать, я не смогу. Я попробую, конечно, прям до момента, как усну, делать скетчи, может быть, пару часов, 12. И потом мне нужно обязательно уснуть, потому что завтра вокзал, электричка, собираться надо, жарко еще очень. Но я знаю, что все эти проблемы, которые у меня есть, это не проблемы, я ни от чего не умираю, все живы, здоровы. Просто какое-то бесконечное страдание. Помоги мне, Господь. Я, конечно, не отрастила. Проверьте, пожалуйста, там в комментариях еще никто про воду не написал. Про то, что она течет. То, о чем я думала только сегодня. Прямо как в 9 классе я оторвала себе кусок кожи полоской. Я забыла, что я вчера мазала ретиноиды на лицо. Впрочем, похуй. На
Простите за такой унылый день. Сейчас где-то 12. Я ложусь спать. Я умираю от усталости. Я сделала все маленькие эскизы. Где-то совсем крошечные. Где-то два больших для двух больших работ. И где-то два или три для средних. Где-то парочка из них даже остроумные. Планирую заняться этим завтра. Продолжить в электричке, потому что ехать так долго. Дело в том, что в Обнинске воняет говном жестко, поэтому... Вообще, я буду вкусно пахнуть. Я всем рекомендую сделать вот это на своих кухнях. Смотрите, магия. Иногда, правда, мухи могут включать и выключать свет на кухне. Но они редко достаточно большие, чтобы смочь активировать датчик. Увидимся завтра. Друзья, переживала вчера, что будет видно то, что я усы себе удаляла. Я зря переживала. Я плакала полночи. И чудовищно отекла. Просто они болят. Получается, что день сегодня ебаный. Попытаемся его исправить. Но, если честно, мой токсичный позитивность заканчивается. Гадаем. Отек немножко подспал. Прошло полчасика. Когда приеду, вообще будет ничего не заметно. С собой возьму помаду, тональный крем, тушь. Не могу найти гель для бровей. Следующий станок Ильинская. Осторожно, дверь скрывается. Это не какая-то коллаборация. На самом деле кофейня называется вот так. Что бы это ни значило. Я буду снимать какашку, если ее видно, но я не уверена. Не, ну ластик можно себе позволить за 280 рублей, я считаю. Он хороший, потрогай. Прям отличный ластик. Блин, я только недавно вчера нашла вообще огромный ластик. А вот это что? Карамель. О, beautiful. А, покажи бумагу. О, ты любишь такое. Спичечный коробок тоже можно взять. Я возьму. Спичечный. Продано. И вот это тоже продано. Очень красиво. Вы заберите деньги, пожалуйста. Вы не могли бы быть не такими дорогими, пожалуйста? Да? Это концептуально. Нонсенс, живопись без границ. Эпическое полотно, пейзаж, многофигурная композиция или абстракция. Вот это прямо симпатичное. Ну, я прямо не готова это с собой носить весь день. Это из дерева? Да. Вау. Это радуга берез, который делает деревянные игрушки. Красивая внизу вот этого вот. Ну, сейчас все как будто такие нафиг, да? Да, в пике, по-моему, продаются. Да, в пикстере есть. Ужасно прямо хочется все, и меня парализовало, и я ничего тогда не куплю, если меня... Я говорю, что меня парализовало из-за того, что хочется все, и я поэтому ничего не могу купить, к сожалению. Это, конечно, очень красиво. Оно все гудит. Невероятно, но все это бесплатно.
Вода бесплатна, но вот это 850 рублей. Неемлемо. Я сказала, что салат пожухлый, и он мне не нравится, и попросила заменить его мне на маффин. У меня шоколадный маффин. Я очень собой довольна. Молодцы, свежий маффин. Там еще кусочки шоколада внутри. У меня от одного вида этого чешется нос. Да, по весне. Слушай, там такие вообще огромные листья красивые. Шаман. Я с лопухом. Это не лопух, как это называется? Напишите в комментариях. Выставка, посвященная была лопану. Жесть, круто! Топать еще 20 минут. У меня жестко болят пятки. Настя хочет еще час гулять по парку. Хозяин барин. Мои пятки, конечно, со мной не согласны. Но никто их не спрашивал. Усталости не существует. Мы очень здорово провели время с Аней. О, что это? Я иду по улице. И снимаю на камеру в Москве. И мне не стыдно. Anyways, чуть-чуть кринжово. Но я сейчас буду бороться с этим. Смотрите, очень рада, что встретилась с Аней. Мы очень давно не виделись. Абсолютно счастлива, что у нас микрочлен проехал. Абсолютно счастлива, что мы заранее запланировали и смогли, короче, встретиться, потому что все супер занятые. Вот, идем гуляем. Встретили Настю, моего бывшего. Это. Очень теплый вечер в Москве. Вечер в Москве. Я щурится. Идем в парк. Мы жестко терапевтически сейчас посплетничали и жестко облегчились. В смысле, в том плане, что эмоционально доходили свои шаги. Знаете что? Это доставка. Ай-яй-яй, соус открылся. Непорядок. Ну, из-за того, что это была коробочка. Представляете, соус не вылился. Can you imagine? Вот прям в таком виде и доехал. Я заказала батат фри. Это мой бол до последнего вздоха. Мы сегодня с Аней видели, по Москве реке идет катер Шаман. Шаман, я тоже видела. Он в ракурсе въезжает чисто в говно. Вот это вот. Прикиньте, такое появилось, докатилось в России. Бургер в салате. Вместо вот там огромная котлета, дохуя соуса, соленые огурцы. И мы будем сейчас смотреть реальных упрей. С руками, да? Да, но я боюсь, что она этапает тебе на диван. Возможно, а я могу тарелку. Да, лучше, потому что вот эта штука уже промокает. И... Обожаю приезжать к Насте, такая терапия получается. Сейчас я штативчик принесу. Ну, если что, мы тебе будем очень рады, Юля. Ну, я так. Что-то на полу валяется, Петя, очень много. Тарелка, о, это позвоночник, фу! Тебе у нас тогда 16 лет, тяжкое дно. Спасибо за ваш комментарий.
Я не уверена. Вот смотри, у меня сомнения. Здесь есть кусочек голубенького. Я вкладываю его сюда. Вот. Это он? Да, это. Или нет? Если я не уверена, я отсоединяю пазлы, переворачиваю и смотрю на стыки. Это он. Это он. Это твой вклад. О май гад! Обычно я ору на людей, когда они лезут в мои пазлы, но тебе я сделаю исключение. Нет, это был один кусочек. Все, я утолила свою жажду. Это испортило тебе все. На самом деле этот кусок не отсюда, ты потом не сможешь нихуя собрать и будешь думать, что же произошло. Да. Вот такой хлеб у нас на завтрак сегодня. Да, так хлеб. Лапулечный. Я его, кстати, вычесала, белый подшерсток, он стал более рыжий. А ничего не слышно все равно, это так шумно, что просто пей, а мы поймем, вкусно или нет. Ну вот там обычный лад. Настя заказала бутерброд с майонезом и огурцом. Вот столько майонеза, вот столько огурца. А у меня вот такая вот раздрапунья. И эспрессо-тоник. В итоге Насте попалась скорлупа в еде. И мало того, что ей заменили блюдо, Настя поела бесплатно. То есть ей два блюда было бесплатно. Поэтому чаевые оставляла она. Мне ничего не скинули за то, что я сидела рядом со скорлупой. Ой, конечно, жарко. Жалоба. Убийство! Кнопочку в магазине по наличию нажать, посмотреть. Но мне кажется, почему-то нигде. А да, но у них конкреты, они... Я купила себе вот такое сердечко подвесное в августе и вставила его в кликер, который достался мне тоже от августа на самом деле, сколько-то там лет назад. Я очень-очень люблю, и вот это тоже от августа. Но они не платили мне денег, к сожалению. И карточки даже, у меня никакой дисконтной нет. Эх. Мы пришли смотреть на поюзанные сумки. Такая мерзопакостная. Здравствуйте. Очень мало было всего в наличии. Ну, в смысле, на витринах. На сайте дохуя, а в магазине представлено очень мало. Они сказали, у нас все есть за кулисами, вы можете спрашивать. Я думаю, что мне в магазине еще сайт открывать? И начинать листать, что я хочу посмотреть, и спрашивать ли, есть ли эта сумка, чтобы я могла ее потрогать. Чего за бред? Достаточно, недостаточно крестов. Нужно еще немножко крестов. Вот это нравится, вот это они молодцы. Во-первых, вот это красиво. Нравится, что стекло у них настоящее. Вот. Ого. Я в миллиметре от того, чтобы пойти проколоть ее сосок, потому что Настя сказала, что у нее уже проколы. Это открытая информация. Я тоже хочу. Встала, как будто бы тут через есть 20 минут захочу еще снова пить какой-то напиток. Ну, может, где-нибудь взять кофейку попить. А ты хочешь еще куда-нибудь сходить, какой-нибудь магазинчик? Слушай, если ты хочешь кринжа, да, то тут есть Вива Ла Вита. Да, идем, бля, идем! Это очень кринжа. Я знаю, да, бежит, ой, как гадости мы про них говорим, но они не предлагали мне рекламироваться, так что все нормально. А слушай, там еще супер ужасный салон, он такого фуксиевого цвета. Они же, ты чего, видела рилсы? У нас самый красивый магазин в Москве. Нет, там цвет теряется вообще изделие, ты не понимаешь, какого он цвета, потому что все рефлексирует вот этой фуксией. Но если вы предложите нам денег, мы, конечно же, возьмем. Я удалю кусок этого видео, что... если вы купите у меня рекламу. Я все еще не могу понять, почему Патрики называются Патриками, если они Патрик. Это один пруд. Он очень крошечный. Сейчас будет очень смешно, если я что-нибудь возьму и куплю в приступе, знаешь, своей мушекоголизма. Знаешь, технически он может быть просто прозрачным. Непонятно какого цвета. Батега, извини, это, пожалуйста, Батега, да, это же они капельки такие придумали, все стали повторять. Ну вот это, кстати, симпатично, вот такого я еще не видела нигде. И тут удивительным образом перестает рефлексировать розовый. Ну что ж, ну, да.
Это зона отдыха для пацанов, поэтому здесь насрано. Это знаешь, они срут на коврик, а потом собирают в пакете. Не знаю, просто говорю, что это моя любимая кличка в магазине. Самая красивая, которая здесь есть. 27700. А это какого она металла? Там цитрин? Я не думаю, что это цитрин. Нет, это бижутерный сплав, вставка фианит, да. 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 Мои глаза, мне реально больно стало. Смотрите, вот они снимают, вот они все здесь. И мы здесь сейчас все скайп, интервью друг у друга берут. А куда мы идем? Ты говорила, какая это была кофейня? Я поняла, все здесь. Все здесь. Вот на этой улице все происходит, ребята. Короче, во-первых... Шорты Жан-Франко Фердыщенко. Блин, у меня реально глаза вытекли чуть-чуть. Слушай, там... Мне, типа, бижутерный сплав 30 тысяч рублей. О май гад, вы серьезно? Еще что там? Фианит, что такое фианит? Стекляшка, полудрагоценная стекляшка. Это, ну да, ну, искусственно выращенный бриллиант, которого ничего не стоит выращивать. Очень хотят тебя продать. И напали на Настю. Напали не на меня, напали на Настю, потому что Настя сумочка Прада. А у меня даже маникюра нет. Это вообще любимое украшение Кэти Перри. Улица очень похожа на Тбилиси. Я иду здесь, как будто я в Тбилиси. Очень зеленая. Очень старая. Красиво. Нравится. Вот здесь уже не стыдно снимать. Очень красивую кофейню мы нашли, чтобы пить кофе. Здесь прям приличные цены. Приобретение следующее. Аня вчера подарила мне кучу своего мерча. Я самая большая фанатка Ани. Вот здесь всякие наклейки. Между прочим, значки. И вообще вещь, которую я просто обожаю, это скотч. С такими вот иллюстрациями. Я очень счастлива, потому что у меня как раз закончился бумажный скотч дома. Вчера в Бесе я приобрела следующий айсинг. Пластик, ручка и спички. Бедная Energy. Я буду балабановские спички вот сюда перекладывать, в этот коробок. И, конечно, вот это вот типа цаца. Самая красивая сережка в мире. Я все думала, вот эти вот колечки ясно, но они такие большие. Я так стесняюсь носить большие украшения, которые привлекают внимание. Мне кажется, ну, и как бы и их сердечки такой правильной формы, идеальные. Я решила, что вот в таком формате будем его носить. Отличный раф, не сладкий. Абсолютно в нем нет никакого сахара. Обожаю сладкий раф. Иногда закажешь, и пить невозможно. Мы разошлись на Баррикадной. Я поехала на вокзал. Вот смотрите, вот только-только отремонтировали. Вот он так теперь выглядит. Пиздец. Вот так. Че это за хуйня вообще? Еду домой работать. Оказывается, это видео выходит не в воскресенье, а в субботу. Значит, мне нужно работать в два раза быстрее и сильнее. Я психанула сегодня, когда поняла, что мы выходим не в воскресенье. Дети, вернулась домой. Похоже, ретроградия закончилась. Объясняю, что происходит. Мне кажется, что это просто, ну даже это невозможно назвать совпадением. Смотрите, что-то у меня скрипит. Я когда разговариваю, у меня что-то пищит в носу. Расскажите, что это значит, господа врачи. Так вот, смотрите, вот вчера, например, я услышала какую-то ужасную новость, приехала в Москву, и Настя сказала что-то, что превратило эту новость в очень смешное. Она прямо смогла найти слова. Она очень долго подбирала слова, а потом она вдруг случайно говорит что-то. И я ржала от облегчения и счастья. То есть у меня, да, сначала плохой эпизод, и он внезапно в этот же день разрешается. Попался мне пожухлый салат в этой ужасной столовке в ГЭСе. Я говорю, я не буду это есть. Мне сказали, любой десерт. Можете выбрать вообще все, что хотите. Вот столько обоссанного жухлого салата или большой сочный шоколадный маффин с кусочками шоколада. Чувствуете разницу, да? Настя, сегодня мы завтракали. Ей попался кусочек скорлупки в завтраке. У нее забрали, вот она поела первое блюдо, у нее забрали, принесли второе. И не взяли с нее ни копейки, ни за первое, ни за второе. А потом я возвращалась на электричке домой.
Во-первых, у меня получилось на экспресс купить билет прям за час. Так не бывает. На 6-часовой поезд. Если вы ездите между Москвой и Обнинском по этому направлению, по киевскому направлению, то вы знаете, что купить билеты на 6-7-часовые электрички, экспрессы практически, ну, невозможно, короче. Я покупаю за час, выезжаю, выхожу из поезда и думаю, блядь, как не хочется вызывать такси. Смотрю сначала в одну сторону на остановку, там, где маршрутки стоят. Думаю, блядь, я так не хочу. Иду, иду, делаю 3 шага и думаю о том, что ебать, сейчас на такси надо, но не открываю почему-то телефон. Думаю, сейчас дойду до какой-нибудь остановки, вот туда вызову, и почему-то вот не хочется мне. Ну и вызывать не хочется. Ну, а ноги уже очень устали, прям болят. Но я не хочу на такси. И я поднимаю глаза и смотрю, мой папа стоит. И он говорит, я подумал, ты едешь в этом поезде. Я такая, что? И он такой, а он не знал, что я в Москве. Он тоже на этой же электричке возвращался из Москвы. Он-то едет часто, а я езжу редко. И мы практически не разговариваем в day-to-day life, да, мы... Он не знает, что я в Москве. В общем, он говорит, я ехал и подумал, а вдруг в этом поезде едешь ты? Потом я подумал, возможно, ты пойдешь на маршрутке на остановке. Потом я подумал, нет, надо все равно постоять, подождать. И тут идешь ты. Он говорит, я тебя подвезу сейчас. Я не могла поверить. Я говорю, а как, у тебя, ты часто думаешь о том, что я могу ехать в этом поезде? Он говорит, нет, никогда такого не было, просто вот сейчас появилось чувство, что ты едешь в этом поезде. Я такая, я говорю, папа, а я думаю, как бы мне домой доехать, и я не хочу такси вызывать на вас, не хочу ехать. И он меня довез. Как будто бы все происходит сначала плохо, а потом разрешается лучшим способом. Понимаете, о чем я? Все, у меня болит плечо от тяжелого рюкзака. И мне нужно будет сесть работать, представляете? Я сейчас буду делать правки, потому что завтра к утру они должны быть готовы. Вот такая нафуфыренная, очень интересная и гламурная блогерская жизнь. Целыми днями я что-то шебуршу. Заказала еду, потому что нет сил готовить, и сегодня довольно напряженный. Вместо сериалов я смотрю объявление о продаже квартир. Такой охуенный, у меня был суп. О, какая прелесть. Это как чизбургер в хорошие времена был ваше. С настоящей говядиной. Тут много говядины. Приезжайте в Обнинск, друзья. Вы можете, знаешь что, продать мне свою квартиру в Москве. Дешево продать мне свою квартиру в Москве и купить большую квартиру на деньги в Обнинске. Ну ладно. Сделаем это. У меня нет 20 миллионов. Что за цели такие? Пиздец. Ни стыда, ни совести. 99 миллионов за унылую, серую, блядь, безликую 100 квадратных метров квартиру. Дефолтную, блядь, что пиздец. Хозяева не знали, чем заполнить эти комнаты, поставили много кресел. Долбоёбы. Доброе утро! Смотрите, как темно в комнате. Вот кажется, что вечер, а сейчас не вечер. Я запланировала влог на эту неделю. Я подумала... Ну вот на прошлой я была прям очень занята. И смогла только снять болтологическое видео. Я думала, что все получится. У меня будет время. А у меня нет времени. Но видео все равно должно выйти. И я уже начала снимать влог. То есть, ну что я... Ведь все равно никто не поверит, что вот я скажу, что блогершей быть непросто. Мне же все равно не... Ну, вы же все равно не поверите. Я отколупала вчера ногти. И сделала фотографии из своей комнаты. И все мне сказали, что у меня срач. А я, если честно, не считаю это срачем. Но все равно... Все-таки вы меня чуть-чуть регулируете и помогаете мне встретиться с реальностью. Давайте посмотрим на мой срач. Я не знаю. Я называю это шкаф. Ну, тут просто чистые вещи. Вот и стирки, рубашка и стирки. Вот эта абсолютно постиранная маленькая рубашка с маленькими рукавами. Чистые вещи, косметичка, коробка с маникюрными принадлежностями. Я не считаю, что это срач. Здесь что? Всего 3 чашки. 1, 2, 3. И 1 миска. Разве ж это срач? Ребят, вы чего? Я, кстати, это...
хожу в компрессионных чулках. Потому что абсолютно невозможно, болят ноги. Я и так, в принципе, когда за компьютером работаю, теперь надеваю их. Но сегодня особенно, потому что мне так больно. Мне так больно. Друзья, я нашла. У меня стоит уведомлялка, но она меня не уведомила. То, что появился тоник для волос от Ароматики, и он 1300 стоит. Я сразу две банки с этим, с розмарином и мятой. Такие от него волосики, и кожа хорошая, просто кайф. И миксовать я это буду, взяла тоник с пептидами. Пептиды тоже хорошо. Но у меня еще есть капельки пептиды. Но я, короче, все время, если я вижу какой-то хороший продукт для волос, я его сразу беру. Никому ничего не рекомендую. Мне все говорят, Аня, как ты справилась с алопецией? Я еще не справилась. У меня есть положительная динамика. Там, где я больше всего мажу, а где я меньше всего мажу, там нет положительной динамики. Не могу справиться, ищу всякие эти дефициты, не могу найти. Найс. А, слушайте, а там ей должны были прийти результаты, материалы, короче, гистологию мы делали послеоперационную. Я могу получить доступ к этим бумажкам, к заключению, до того, как... Get ready with me идти за, как это называется, гомостатики, как это называется, гомостатики. Get ready with me идти за средствами, которые помогут свернуться крови. У меня, я делала коагулограмму, это такое исследование крови, когда смотрят, насколько хорошо кровь сворачивается. Мне очень плохо сворачивается кровь. У меня началось маточное кровотечение после операции сейчас с запозданием. Возможно, там какие-то пленочки отходили, знаете. И остановиться это не может, это ухудшается. Сегодня 8-й день. Сначала думала, что это месячные, но это не месячные. Это не месячные. Становится хуже. Вот. Значит, я на связи на телефончике с гинекологиней, которая меня ведет. Она назначила мне лекарства. И я случайно выдрала ее из отпуска. Unfortunately. Что поделать, я кому должна писать? Сейчас я гинекологу записана только через 3 дня. Я вот сейчас умру от кровотечения, и что вы будете делать, блядь, все без меня? Мир схлопнется, вселенная закончится. В аптеку. Это буквально самая красивая обувь в мире. Они еще будут вытираться в красненький. Конечно, на улице плюс 30, и кого это ебет, да? Простатэктомия. Нет, это не имеет такого, нет. Оперативное вмешательство на мочевом пузыре. Менорагия. О, подходит. Носовое кровотечение, конизация шейки матки. А, понятно, это, походу, нормальная тема. Я сегодня на терапии так рыдала ужасно. Но не потому, что я несчастная и плохая, а потому, что я совершаю какие-то открытия, которые... неприятные, которые касаются отношения других людей ко мне. Одним из инсайтов было то, что люди во мне человека не видят. И слава богу, я как бы завела себе друзей, уже проверенных, которые видят во мне человека, который чувствует чувства. Это очень сложно. Очень тяжело найти таких людей. Одно из ужаснейших осознаний — это то, что для многих важных людей в моей жизни я функция. И если у меня в отношениях кажется, что я выполняю какую-то функцию, то мне не показалось. Когда мы ждем уважения от других людей, это предполагает то, что другие люди видят тебя как человека. А если тебя не видят как человека, со своими чувствами, то тебя не могут не уважать, не то что даже законнектиться с тобой эмоционально, тебя будут, в общем, ранить. И ужасное осознание связано с тем, что я заметила, что многие важные люди меня ранили как раз потому, что мои чувства их мало беспокоили. И, в общем, вывод из этого какой? Продолжать ли считать этих людей важными,
если я не важна для них. Очень неприятно осознавать, что большая часть, типа 95% всех контактов в моей жизни — это какие-то контакты, в которых меня не видят. После такого опыта хочется запереться в квартире больше никогда и ни с кем нахуй не общаться. Ранение этой недели — огромный прыщ, содранная кожа возле носа из-за полоски. Какая красота. Спорим, в холодильнике лежит и тухнет сковородка, которую я оставила несколько дней назад. Да? Да, надеюсь. Нужно вытащить содержимое и помыть ее. Бля. Пиздец, это невкусно, Ашан. 0 из 10. Фу, это худшее. Худшие баклажаны, которые я ела. Ну и как, у меня хрючево сегодня. Очень простой. Если я не чувствую запаха порошка от вещи, вещь идет в стирку. Время 11. Я поела, пью свой вечерний кофе, потому что меня ждет ночь работы. Но еще вот что произошло. У меня полезли прыщи одновременно все. Это значит, что все антибиотики из меня до конца вышли, пока я на антибиотиках. У меня нет прыщей, и потом, как только я с них слезаю, они снова появляются. Поэтому перед тем, как сидеть за компом, пялиться в экран всю ночь, я хорошенечко умоюсь. У меня совсем немножко осталось умывалки, которой хватило на год. Это моя новая обсессия. Но она никому не вредит. По-моему, в этом месте никто не написал комментарий про то, что у меня льется вода. Чтобы вы смогли посмотреть это видео уже почти сегодня. Это уже почти сегодня.